И всем привет, с вами Марк, и сегодня у нас вторая часть тролль вещей в Майнкрафте. Да, сегодня, в общем, мы опять посмотрим на тролль вещи, с помощью которые можно создать с помощью командного блока, с помощью специальной команды. Ссылку на эту команду и на автора этой команды, на его канал, на его сайт. На сайте, кстати, есть эта команда, ссылка будет, все ссылки будут в описании. Также будет еще и команда, чтобы получить командный блок. Ну, может, кто-то не знает. Ну, давайте, ладно, сейчас я извиняюсь. Ну, ладно, пойдет. Хотел звуки убавить, ну ладно. Короче, у нас вот такие вот вещи есть, и сейчас мы каждый из них рассмотрим. Первое, это фейковый алмазный блок. Как мы видим, это просто камень. Но если мы отойдем, мы видим алмазный блок. Так можно затроллить своих друзей. Например, такой, о, там алмазный блок подходит, и здесь мы получаем всего лишь обычный камень. Вот такая угарная вещь, она реально угарная, может так затроллить реально. А вот эта вещь очень интересная. Это фонтан из овец. Блин, меня из-за них лагает жестоко. Но вот так вот это выглядит упорото. Но зато весело. Господи, что происходит? Он, по идее, автоматически сейчас остановится. Наверное, насколько я помню. Да. Вот так вот. Очень весело. Так, что у нас там дальше? А это подобная вещь, но... Да, это апокалипсис из овец. Да, они так создаются, по идее, они сейчас тоже исчезнут. Да, вот много, короче, овец здесь создается. Ну, а, не-не-не, вот здесь их можно удалить. Да, вот так вот. Есть такой предмет, я забыл. Далее у нас есть такая штука. Да, в креативе она не работает. Сейчас я вам ее покажу. Так, сейчас мы включаем Game Mode 0. Ой, так, Game Mode 0. И вот такой вот скример. Да, ребят. Жалко, что он работает только в выживании, но выглядит прикольно, да? Выглядит прикольный скример. Так, ладно, идем дальше. Дальше у нас Creeper Surprise. В общем, нам надо, по-моему, если я уж не ошибаюсь, ой, блин, вскопать просто этот блок. Сейчас мы возьмем из креатива алмазную кирку и вскопаем просто. И тут крипер. Да, он не наносит урона, он просто типа взрывается. Да, прикольная вещь. Тоже вот реально вот так можно затроллить своих друзей. Далее. Это блок, который издает странные звуки. Да. Очень странный блок. Очень. Так, ну, вот этот блок тоже тролль-блок. В чем его прикол? Его нельзя разрушить. Вот это типа дом. На самом деле, вроде его нельзя разрушить. Смотрите, мы его разрушаем. Он, Да, все, видите, мы типа сломали все, а он все равно устанавливается. Вот в чем прикол. Это типа домик, на самом деле, это не... Он просто будет разрушаться. Ой, не разрушаться. Такой прикол. А, как его убрать, скажете вы? Ну, делается это очень просто. По-моему, если я не ошибаюсь, вот так вот. Все. Вот так вот, короче, уничтожается он. Ну и последняя вещь на сегодня – это телепортирующаяся земля. А, насколько я знаю, по-моему, ее надо тоже скопать. Да, и нас будет рандомно телепортировать. Тоже, кстати, очень веселая вещь. Смотрите. Оп-оп-оп. Так реально тоже можно затроллить друзей. Итак, в общем, все. Это все вещи на сегодня. Спасибо автору команды, соответственно. Я повторяю, оставлю ссылку на него в описании. На все ссылки будут в описании. Ну а с вами был Марк. Всем пока.